Привет! В этом ролике поговорим о выполаскивателе для рта, свежее дыхание, легкая мята от Firebreath. Продукт не тестировался на животных и имеет сертификат веган. У меня мини-версия в пластиковом флаконе объемом почти 90 мл, дополнительной пленки и с защитной мембраной. Ополаскиватель на основе кислородного комплекса призван в течение 24 часов бороться с неприятным запахом изо рта, воздействуя на вызывающих его микробов. Предполагается прополоскать рот в течение 1 минуты 2 чайными ложками средства и еще раз в течение 30 секунд, чтобы очистить горло. Применять ополаскиватель рекомендуется 2 раза в день после чистки зубов и использования зубной нити. В составе нет спирта, красителей и искусственных ароматизаторов. Содержит гидролизованное касторовое масло, хлорид натрия, пищевую соду, масло перечной мяты и прочие компоненты. Продукт прозрачный, почти как вода. У него мягкий, мятный, сладковатый вкус и аромат. Средство не обжигало, после него зубы ощущались более гладкими. Ополаскиватель способствовал чистому дыханию в течение дня или ночи, хотя и без ощущения мятной свежести. Я долго чувствовала сладкое послевкусие. Продукт не влиял на вкус еды, но я использовала его в основном перед сном. Расход ополаскивателя, если следовать инструкции, оказался большим, и мне не хватало именно освежающего свойства. Но в моем случае средство оказалось действенным и с пролонгированным эффектом. Спасибо за внимание и пока-пока!